Лиса не думает, она идет. Вот это смелая девушка. По едва остывшей магме за зрелищем адреналин на Ключевском зашкаливает, и чувство ложной безопасности толкает в пылающую бездну. Это действительно незабываемое зрелище, особенно если не на расстоянии, а на пылающем краю кратера и своими глазами. Так весело и одновременно глупо. Течет лава. Да. Неоправданная тяга к острым ощущениям и риск испариться в хрипящем котле. Вот и все перспективы в туристических брошюрах такого не напишут. Это страшно, ребята. Это у нас самое глубокое в мире пресное озеро и сразу несколько действующих вулканов. Это Малый Семячек. А вот пыхтит Карымский, Ключевской извергается, а эти туристы не ожидали. Издали красиво, а тут снарядами ложатся жидкие ошметки. Тысячеградусная капля лавы прожигает человека за минуту. Он падает и вмиг прожигает куртку. А, опять посыпалось. На наших глазах искатели камчатских изысков, ничем не защищенные, на свой страх и риск, под ливнем адового дождя идут, потому что остановиться смерть, возвращаться тоже опасно. И уже у кромки конуса словно в последний раз наступает чувство безумного торжества. Ходить вокруг этих лавовых потоков, подходить к активному конусу, я думаю, что это достаточно безопасно. Почему инструктор не предупреждает об опасности? Риск очевидный. Но, как водится, удовольствие щедро оплачено. Спасатели МЧС прямо сейчас информируют. Лавовый поток растапливает ледник Эрмана. В любой момент подвижный конус может разрушиться, и лава хлынет на людей. Большие очень трещины образовываются. Очень опасно близко подходить. И даже в ночь остаются, рискуя стать картофелем в мундире или шашлыком. И, конечно, красиво пылающие в темноте кристаллы большого взрыва остывают и тут же жарить банан на вулкане. Божественно. Вот. Камчатский десерт. А уже на утро, если жив, сосиски. Яичницы нам было мало. И буквально в эти часы геологи зафиксировали прорыв 250-метровых трещин на Ключевском. Летят вулканические бомбы. Ученые предостерегают, путешествие на конус опасно для жизни.